После двухнедельного перерыва на советском проезде вновь заработала ярмарка продовольственных и бытовых товаров. Весна – время обновлений, и любая женщина тоже хочет купить что-нибудь новенькое к весне. Вот, например, приобрести сумочку. От 1000 до 1500 можно купить даже кожаную вещь. В каждой палатке есть на что посмотреть. Вот, например, молодежная одежда в стиле пэтчворк. Как-то вот это вот все сами на свой вкус выбираю? Я, конечно, на свой вкус. Ну, я везу то, что я бы одела. Я еще не переоделась в весеннее, но если вы хотите снять зимнюю одежду, а надеть вам нечего, приходите сюда. Здесь большой выбор весенних пальто. Елена Мансурова тоже торгует верхней одеждой. В прошлом музыкант, она считает, что ее нынешняя профессия тоже творческая. Одевать людей качественно и красиво, и причем нам все говорят, что вы недорого продаете, потому что мы напрямую от фирмы работаем, это тоже искусство. Калининградский янтарь сверкает, несмотря на то, что солнца сегодня нет. Ольга Адрова не просто продает, она увлекает каждого покупателя в необыкновенный и живой мир янтаря. Все царские, все крестьянские, все дворянские семьи имели янтарь. Когда ребенок рождался, обязательно на него одевали янтарь. Он снимает головные боли, регулирует давление, убирает воспалительные процессы. В целом влияет очень хорошо на общее состояние здоровья. Серьги, бусы, броши и браслеты, а также большой выбор подарочных изделий и картин. А дачникам, которые готовятся к огородному сезону, тоже сюда. Лопаты, секаторы, вилы и многое другое. Умелому садоводу такие вещи просто необходимы. Например, вот это для чего? Такая на вид опасная штука. Это вот рыхлилочка. Мы рыхлим землю ей. Можем раздвинуть пошире, поуже, между рядочками, где вам удобно. Вы рыхлите, достаете сорнячки и рыхлите земелечко. Откуда у вас вообще все это? Это Рыбинск, Ярославская область. Ну и как уйти с ярмарки без вкусных покупок? Овощи, фрукты, рыба и колбасные изделия на самого изысканного покупателя. Мой взор упал на вот этот замечательный фрукт, который называется манго тайская. Мне интересно, насколько же вытянет? Ну, грамм 400, 350, 500 грамм может быть побольше. Но ведь это все витамины. Конечно. А вот и тот, кто закупился в заботе о себе и о своих домашних. Артур Варданян, видновский спортсмен, на ярмарке частый посетитель. Ярмарка – это единственное место, где можно нормально, в принципе, приобрести для дома продукты. Вся семья, в принципе, покупает здесь, когда приходит ярмарка. Продукты свежие, дома дети, поэтому и более рентабельно тут приобрести. С ярмарки я тоже не ушла с пустыми руками. Мой рюкзачок значительно потяжелел. И вам советую воспользоваться девизом сегодняшнего дня. Налетай, покупай, торопись. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.